Заседание ученого совета началось с представления научных сотрудников к ученым званиям. Студентам и преподавателям университета, отличившимся в научных разработках и конкурсах, объявили благодарности и вручили дипломы. Омский государственный технический университет, диплом первой степени в номинации «Видеоролик» вручается Безяевой Валентине. С особой миссией заседание посетил кавалер ордена «Красная звезда» подполковник запаса ФСБ Федор Юрин. Как председатель областного всероссийского общества ветеранов «Боевое братство», он вручил медаль за заслуги перед ветеранской организацией ректору ЮРГУ Александру Шестакову. Приказ о награждении подписывал именно председатель организации, герой Советского Союза генерал-полковник Громов Борис Селович. Наша организация уже много лет сотрудничает с Южноуральским государственным университетом, особенно с факультетом военного обучения. У нас очень много совместных мероприятий. Также на ученом совете избрали членов учебных комиссий и сотрудников кафедр, прошедших предварительный конкурс. Особое внимание на заседании уделили подведению предварительных итогов зимней сессии и обсуждению результатов работы университета по всем направлениям. Мы имеем выполнение показателей по всем параметрам Национального исследовательского университета, причем очень хороший рост кое-где в разы, публикационной активности, значит, вот в научно-исследовательской работы, оплачиваемые опытно-конструкторской работы. У нас начинает хорошо работать вместе с университетом инновационный пояс университета. В общем, общие показатели университета очень хорошие за предыдущий год. На заседании отметили издательскую деятельность университета. Так, «Вестник ЮРГУ» на 6-м общероссийском конкурсе изданий для вузов признан лучшим периодическим изданием. Сейчас университет готовится к началу нового семестра и подводит окончательные итоги зимней сессии, результаты которой объявят на следующем заседании ученого совета.